Ребята, давайте жить дружно. В Германии умер создатель мультфильма про кота Леопольда. Советский режиссер мультипликационных фильмов Анатолий Резников скончался на 78-м году жизни. Свою творческую карьеру он начал на Центральной студии документальных фильмов в Москве, но вскоре увлекся мультипликацией. Известность Резников получил после выхода пародийного мультфильма «Раз ковбой, два ковбой». Но больше всего зрителям полюбился его мультсериал про доброго кота и надоедливых мышей. Прости нас, Леопольд. В 2015 году режиссер возобновил работу над этим мультфильмом.